Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 6. Попробуй определить на глаз, какой из данных углов на чертеже является острым, прямым и тупым. Проверь свою догадку с помощью чертежного угольника. Прямым углом мы называем угол, равный 90 градусам. Тупым углом – угол, который больше 90 градусов. Это угол номер 1, а угол номер 2 – это прямой угол. Угол, который меньше 90 градусов, это, похоже, угол номер 3. Он меньше прямого угла, поэтому его называют острым. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.